мне даже не верится, что это что-то типа влога. Мне кажется, я снимала их крайний раз в прошлой жизни. Ну, добро пожаловать в мой день. Потом выпишется. Здравствуйте. Майк, стой. Ну, скажите, вы же тоже любите авокадо просто потому, что это вкусно, а не потому, что это модно. Думаю, вот что приготовить на завтрак, вафли или сырники. Конечно, вода. Это уже второй, по-моему, стакан. Я проснулась 1.5 часа назад. Значит, убирается робот, мешает всем животным сидеть на своих местах. А у меня появился новый способ планировать свой день, а точнее наводить порядок во всех планах. Я делаю майнд-карту, записываю день недели и дальше по сферам распределяю, чем мне нужно заняться, а потом уже переношу это в планы. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you, my heart's more than a toy. Как сделать идеальный сырник, я думаю, вы уже помните. Я рассказывала в Instagram. Ну, покажу еще раз. Жух-жух-жух. И вот он, шикарный, замечательный, идеальный сырничек готов. Красота. Тем временем Майк попрошайничает кошачью еду, хоть и свою он уже съел. Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my call. Next day you hear me back, like nothing happened at all. What about all the things? Майк, 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 Майк. Супер пасмурная погода. Кажется, что сейчас пойдет дождь. Но у меня на день планы. Это две планерки. Одна с Данилом, другая с нашей управляющей Варей. Очень много работы в телефоне и ноутбуке. Как всегда, это, наверное, 90% моего времени. Вот. Вечером будет красивый ужин. Хотим заказать роллы. И опять работа в телефоне. Ну, и было бы здорово, наверное, сделать какую-нибудь вечернюю легкую тренировку, потому что зарядку я сегодня пропустила. И это первый раз, когда я пропустила, потому что до этого я делала вообще каждый день. И мне правда нравилось, но сегодня я проснулась рано, и у меня было вдохновение сразу пойти и заняться какими-то делами там, что-то запланировать, что-то успеть сделать сразу. И поэтому зарядку я пропустила. Ну, ничего страшного, я себя не виню. Так что спокойненько собираемся и начинаем день. Я хочу поделиться с вами очень приятным средством для увлажнения кожи лица перед макияжем, да и вечером тоже, в принципе, иногда пользуюсь. Это такой легкий флюид, у него очень приятная консистенция, и когда вы наносите макияж, то он ложится идеально и держится весь день. И кожа такая увлажненная, не сухая, ничего никуда не забивается. Так что он очень классный, если вы ищете что-то, что будет увлажнять, это оно. Еще важно отметить, что на днях, наверное, не на днях, даже вообще не недели, у меня случался такой маленький кризис насчет Ютуба, потому что крайние мои видео в геометрической прогрессии набирают все меньше и меньше просмотров. И, конечно, от этого становится очень грустно, потому что я стараюсь, трачу на это время, вкладываю силы, ресурсы. И просто когда это не получает определенного выхлопа, обратной связи, ты немножко сдаешься. Но я себя постоянно напоминаю, зачем я вообще все это делаю, для кого, а именно для себя. И как-то снова встаю и начинаю записывать. Вот сегодня влог. Но для меня это правда важно, и я правда хочу, чтобы здесь уже начало что-то получаться, потому что очень сложно. Я думаю, вы тоже с этим в жизни сталкивались, когда вы что-то делаете, во что-то вкладываете свое время, силы, ресурсы, да и в принципе вы так загораетесь, и что-то не получается, ты такой, ну блин. Вот. Это чувство я сейчас проживаю, но сдаваться никто не намерен. Расстраиваться, да, можно, но не сдаваться. То сейчас вообще в жизни у меня такой период, когда все идет немножко не так. Очень-очень много событий происходит, очень много изменений, но пока они все не дают мгновенного результата. Ты-то когда себе в голове это рисуешь, представляешь, думаешь, ну вот, сейчас вот это сделаю, и все, и пойдет, и полетит, и все будет по-другому. Ты веришь, надеешься, ждешь, а чего-то не происходит. И у меня сейчас такой вот момент, что не происходит очень многое, что я думала, что будет происходить. И, конечно, это расстраивает, немножко портит даже настроение, пропадает запал. Но
нужно расстраиваться, но дальше что-то продолжать делать. Потому что если ничего не делать, то уж точно ничего не изменится. Почему еще не дать? Конечно, мне тоже нравится смотреть за успешным успехом. Мне тоже вдохновляет смотреть за историями, когда у людей все получается, и ты веришь. Но также кажется важным отметить и обратную сторону, что не всегда все получается, и не всегда все идет так замечательно, как ты думаешь. И не всегда жизнь — это красивая картинка. Наверное, даже в большей степени это все проживается через какие-то переживания, через какие-то поражения, неудачи. Вот. В моменте просто нужно признаться себе, что это такой период, и как любой период, он проходит. Меня радует тон, который я сделала, и в принципе макияж. Я только выровняла тон, видели, подкрасила немного губы, брови. Ну все, уже замечательно. Осталось вот волосы в порядок привести, потому что после ночного сна они что-то вообще... Хотя это голова чистая, просто они все помялись. Давайте уложимся на Дайсон. Два средства, которые я обожаю. Первое, вот этот, который попал в мою жизнь случайно. Это сухой шампунь. Изначально я покупала лак, потому что он у меня уже был. Но по ошибке взяла в золотом яблоке сухой шампунь. И он очень классный, очень круто освежает. Сейчас покажу. И средство 12 в одном. Это и термозащита, и увлажнение, и несмываемый уход. В общем, все, что нужно. Заканчивается. Только сказала, и сразу все полилось. В общем, этот несмываемый уход, в каком бы формате он ни был, я распределяю сначала по волосам, то есть это и как термозащита, и как уход. Хорошо. Легкий массажик. И дальше включаем чудо-машинку. Приличный ухоженный человек. Дальше беру сухой шампунь и просто немного в корни беру чупку. Его добавляю. Еще раз немного фен пойду, чтобы закрыть. Прелесть. Меня можно ставить на рекламу до-после. А теперь время переодеваться. И одежда создает наше настроение на день. Точнее, завершает его и подкрепляет. Поэтому нужно выбрать что-то, чтобы настроение сегодня было замечательно. Мой выбор. Белый боди. Базовый. Шифуни продакшн, между прочим. Светлый. Пиджак песочный. Это мужская коллекция Zara. Привезла его из Турции. И тоже шифую белые брюки Палаццо. Цвет в образе всегда как-то очень освежает. И ты чувствуешь себя на миллион. Так что одевай именно светлое. Так, ну я довольна, как все это выглядит. Как получилось. Даже не стала никаких аксессуаров добавлять. И снизу надену ботинки бежевые. Может, еще ремень добавить? Выбрала вот этот рыженький, сейчас его надену тоже. Так, личико. Добавила кольцо, ремень, и все как-то еще стало интереснее. Поэтому используйте обязательно аксессуары, чтобы образ был более классным. Собираем рабочий инвентарь. Браслетик. Пусть будет пока тут блокнот, калькулятор и ноутбук. Пока, милашки. Спите, отдыхайте, не грустите. Чертошечка мой. Стамозинка моя. И немножко преждевременно так расстудили. А мы послушали, конечно.
И тут сразу Данил балует меня образцом с новой биркой. Топ, она вряд ли в этом свете, конечно, будем шить. Слишком яркий для нас пока, не лето еще. Но бирка супер потрясная. Хотя пришили ее вообще криво, посмотрите, что вылазит этот контур. Но обязательно исправим еще. Добавить этот момент как-то. Возможно, не сделать. С под утром снимем сторис. Заказ не оплачен, то есть даже клиент вообще его не платил, он также пишет, что ожидает оплаты. На улице пошел дождь, и, конечно, лучшее, что могла надеть в такую погоду, это белые палаццо, естественно. Я уже дома, и за мной бегает Майк, потому что он хочет вкусняшку. Он знает, что вот тут его ящичек, и там его вкусняшки, и он уже попрошайничает. Вы посмотрите на эти глаза. Это что за попрошайка? Ну что это, Майк? Как приятно приходить домой, когда тебя кто-то ждет. Еще хвостом виляет. Ну что, где, где же? Я не знаю. Тут уже и коте пришло. Сонное. Мне вообще кажется, они всегда спят. Ну что это? Что это? Что? Мне страшно. Что вас так много? Есть ли какие-то? И Джеку тогда надо дать вкусняшку, и Майку. Сейчас буду продолжать рутинную работу здесь. Это все будет работа в ноутбуке и телефоне. Так мило мурлыкает свечка. Вообще, если вы выбираете свечу с древесным фитилечком, то она прям мурлычет, как будто у вас тут камин. На фоне всегда включаю что-то про путешествия. Меня это очень вдохновляет. Сейчас создаю таблицу по работе с блогерами, чтобы все фиксировать, никого не упустить и отслеживать результаты, поскольку это сейчас большая часть моей работы. Вообще не думала, что работать с блогерами это настолько сложно, потому что не всегда встречаются ответственные люди, не всегда встречаются честные люди. Ну, проходим этот опыт, учимся и, в принципе, продолжаем. Больше мне сказать нечего. Просто это сложно, потому что не все блогеры выполняют обязательства. Многие даже идут на обман какой-то. Ну, что есть, то есть. Тут у меня уже перекус. Господи, как я обожаю бананы в последнее время. Раньше терпеть их не могла, но это что-то с чем-то. Очень вкусно. Особенно, когда банан такой немного зеленый и хрустит. Вот примерно вот так вкусно. В общем-то, на ужин решила заказать роллы, и нужно выбрать. Вообще, мне нравится иногда заказывать, потому что не нужно готовить. И что-то такое хоп-хоп, приятное, накрыл, и красота. Но я всегда накрываю, поэтому сейчас буду выбирать и что-нибудь закажу. Сейчас. Утра и очень темно дома, потому что за окном. Вы только понимали, у меня солнечная сторона дома. И что это, блин, такое? Ё-моё, я не поняла. О, конец апреля, почему снег? Вчера был максимально скомканный вечер. Мне такой вообще не люблю. Я сначала очень много работала, естественно, не позанималась. Мы поужинали, потом я опять работала и до 2 часов ночи дочитывала книгу. Важно отметить, книга шикарная. На последних страницах мне уже вообще не хотелось останавливаться. У меня там оставалось, наверное, страниц 50, 3-4 главы. Но я прям читала. Восхитительная, потрясающая книга. Она меня так вдохновила на душевную гармонию. Очень рекомендую. Но несмотря на то, что вчера я не успела ничего сделать со спортиком, сегодня я решила начать с этого день. Поэтому идем делать зарядку. Надо одеть что-то спортивное и пойдемте. Кстати, это топ, это образец Shop for You Production. Неудачный, все неудачные образцы на мне. Ну и что же, за утро без воды.
перестали устраивать вот эти пластиковые вешалки, потому что они очень сильно гнутся. И мне это не нравится. И, в принципе, эстетически тоже уже не удовлетворяет. Хочу заказать просто белые обычные вешалки. Потому что вот для сравнения, как выглядят белые, вот эти металлические тоже очень хорошие для легких футболок. Не помню, откуда мы их привозили. Так что буду менять на эти, скорее всего. И это, насколько я помню, Икея. Самое первое. Или Леруа Мерлен, возможно. Но закажу на Озон. Еще по отделкам дома мне вот сюда нужны картины. Очень хочу, чтобы они висели классно. И тоже несколько вариантов нашла на Озоне. А я все еще не завтракала. Но уже убрала всю квартиру. Очень люблю так делать. Обычно у меня такое настроение прям Золушкина, что прям вот все убрать, ну не больше, чем раз в месяц. Но так свежо, легко, прекрасно. Ой, ура! Реально, прям очень люблю такие дни, когда не нужно торопиться завтракать, когда вообще я одна просыпаюсь, мне тоже так очень нравится. И чтобы все было так размеренно, как я чувствую. Вот, например, сначала я все распланировала, сделала рабочие дела, потом попила кофе, а потом убрала квартиру, и только сейчас буду завтракать, потому что пока я даже не знаю, чего я хочу. Что ж, первый раз в жизни иду в кино одна. Пока сижу в ожидании фильма, расскажу о том, что купила в Золотом Яблоке. Это мой тон. Решила все-таки его повторить, потому что в летний период, да и весенний, он самый легкий, приятный, потрясный. Увлажняющая маска, завершу сегодня свидание с собой, так называемое, дома уже ей. И увлажняющий бальзам для губ, вообще не планировала именно этот брать, но остановилась на нем. Как-то у меня было очень мало времени, у меня приглянулся, очень такой миленький. Посмотрим. И набор, с которым я иду в кино, здесь фрукты, это типа ужин, но я еще проголодаю 100%. И вода. Я сходила, мне так понравился фильм, вот прям очень рекомендую, мне кажется, он идеально подходит для свидания с собой, чтобы одной прям сходить. Я так давно не наслаждалась временем, он был классный, и вот чисто для того, чтобы смотреть ее. С девчонками, в компании с девчонками, ну там, с парнем или с мужем, но это не очень было бы, наверное. Ну вот, подхожу уже к дому, а снова снег, хлопьями летит прям такой. Зима, не иначе. Сегодня мой день начинается вот так. Это кофе. Про него расскажу, кстати, сейчас интересные факты. Планирую дела. Точнее, я уже это сделала. Вот. Смотрю на старте документальный фильм уже про содержанок. Финал фильма. Фильме нравится мне такое. Ну, а за просмотром фильма буду создавать историю для магазина на сегодняшний день. Теперь, значит, обычные факты о кофе. Я не пила кофе до того, как у меня не появилась кофеварка от Smeg. Потому что мне не нравился ни вкус, ничего. Тут я сделала себе кофе, как только она пришла, на кокосовом молоке. И сейчас на миндальном. И это очень вкусно, приятно. Никакого эффекта вау-бодрости я не вижу. Но просто это прикольно и вкусно. Вот это молоко, кстати, оно даже более вкусное, мне больше понравилось, чем кокосовое. Хотя я изначально все такое не люблю, но мне здесь нравится, какая получается пенка. И ничего сверхъестественного не надо, просто капучинатор, молоко и все. Обычное молоко так не взбивается, так не получается. За чашечкой лохматого утреннего кофе я хочу вам рассказать о том, как вчера прошел мой вечер, потому что, как и при нормальном типичном свидании или там встрече с каким-то важным человеком там или с подругами, не очень хочется брать в руки телефон. Так вот, вчера тоже не особо хотелось, так немножко запечатлела момент. Но это был мой первый раз такого нормального, полноценного свидания с собой, такой встречи. Это получилось спонтанно, я этого не планировала, просто сделала все дела, у меня высвободился вечер, и вот думаю, как бы так его провести. В итоге посмотрела
что идет в кино, я подумала, блин, да, я бы хотела сходить, тем более, что Данил в этот вечер занят, да и вообще он такие фильмы не любит, а я люблю, у нас как-то различаются иногда интересы в каких-то моментах, почему я должна себя ограничивать или почему он должен терпеть то, что ему не нравится, можно сходить одной. И для вас это может звучать, ну, как-то... Ну, это же логично, Вероника, конечно, если ты хочешь, ты можешь пойти. Но для меня, как для человека, который в отношениях находится 8 лет, и причем с подросткового даже возраста, в какой-то момент у нас произошло слияние, потому что мы работаем вместе, живем вместе, там даже учимся вместе. Конечно, очень много сфер переплелось, и тут они органично стали разъединяться, сохраняя общее только наши там чувства и бизнес. И поэтому для меня это вау, нонсенс и открытие, потому что я там с 15 лет одна вообще не была. И я пошла, сходила в кино, и хочу здесь передать привет Свете Хомич. И сказать ей огромное спасибо и вообще все слова благодарности за то, что она когда-то выложила у себя в историях и сказала, блин, как круто ходить в кино одной. И где-то это посеяло зернышко в моей голове. И только благодаря Свете я вспомнила про кино, и я туда пошла, я пошла на тот же самый фильм. И мне никогда не было так хорошо, как вчера. Так круто, это просто по-другому, когда ты сидишь в кино одна. Я купила еще себе билет на 7-й ряд, на 7-е место, я сидела там одна, мне было так хорошо, вокруг меня в радиусе там 5 мест никого не было. И я сидела, смеялась, это были искренние эмоции, никогда ты там стесняешься где-то посмеяться, потому что, ну что, а вот тебе подумают, никто не смеется. Блин, я смеялась над всем, на что мне было смешно, у меня были неподдельные эмоции, и время пролетело так незаметно, и фильм мне понравился. Он был такой девчачий. В общем, я кайфанула, перед этим я сходила в «Золотое яблоко», спокойно выбрала себе то, что надо, опять-таки не торопилась. Да, я не поела, было бы, наверное, классно еще зайти куда-нибудь покушать, но у меня было ограниченное время. Поэтому я ела уже дома и чуть-чуть в кино взяла с собой фрукты. Это классный эксперимент, и думаю, что так нужно продолжать на разного рода такие свидания с собой ходить. У меня есть подруга Вероника Дружина. Так вот, мы уже не дружим. Вот, она практикует такую классную вещь, как снимает себе отель. И живет там одна ночь, там две, и тоже кайфует, наслаждается просто временем с собой. Вот такие себе свидания устраивают по-разному. Для меня верх вот такой любви к себе и свиданием с собой, когда ты едешь одна в путешествие. Мне кажется, это вообще, ну, одна, когда тебе как бы есть с кем, у тебя есть муж, там, парень, партнер, подруги, семья, но ты едешь одна. Это вообще, ты, наверное, себя так по-новому чувствуешь, так по-новому раскрываешь. Это космос. И, конечно, это все результат планомерной такой работы над собой и выхода из слияния в отношениях. Да, это там обратная сторона длительных отношений, да, это обратная сторона, когда вы вместе ведете дело. Но это было круто. Потом я приехала домой, приготовила себе ужин, посидела, спокойно поела, посмотрела, по-моему, «Вопрос ребром». Да. С деревянка, тоже посмеялась, пошла, сделала себе ванну, такую молочную, красивую, мне было так приятно, включила музыку, потом сделала маску, полежала, ничего не делала, в телефон не тыкалась, не смотрела, и потом уснула, когда я сняла маску, все это протерла, легла на кровать, у меня было такое чувство, что я нахожусь в отпуске, и такое чувство, когда ты ложишься в кроватку, она тебя обнимает, это был космос, и я вырубилась моментально. Мне так круто никогда не было, повторюсь, это просто по-другому, не то чтобы в какие-то моменты жизни мне классно не было, это просто другое новое чувство, нужно практиковать, хотя бы раз в месяц, блин, себя заставлять ходить на такие штуки, очень рада. Это не про черную магию, гадание и приворот. Ох, пока тут собиралась, смотрела, Данил написал, что у нас лаги на сайте, и буду быстренько исправлять. Кошмар, кошмар. Майк получил звездюлей за то, что он вступает в лужу, а ему сейчас садится в машину. Пошел. Блин, Майк, пошел. Его прямо не видно. Блин, Вера, попитай. Вера, я не пойду. Пойдешь, Майк, конечно. Нет, Вера, пожалуйста, давай не пойдем. Майк, пошли. Нет! Просто Майк ездит на такие процедуры.
Раньше ездил раз в месяц, а сейчас он крайний раз был, когда мы с Таиланда приехали. Получается, 2 месяца назад. Что ему там делает? Экспресс-линька. Его вычесывают. Ну, моют сначала, потом вычесывают. После этого сушат, потом еще раз вычесывают. Стригут когти, чистят зубы и делают еще одну процедуру собачью. Интимную. Да, скажем так. И сколько это стоит? В среднем, по-моему, я плачу где-то 2 или 2,5 тысячи. Точно не помню. Вот это обслуживание собаки. Да. Но зато он вкусно пахнет, его там духами еще пшикают. Его моют, его чистят, можно сказать, потому что шерсть убирают отлично. Но потом у нас какое-то время идеально чистая собачка, которая не меняет и ничего. Да. Да. Ну зато когти стригут, потому что сами дома мы постричь не можем, потому что он не поддается этому уже. Угу. Вот. Но он тут уже тоже плохо поддается. Ну, тут находят какие-то специальные способы, чтобы постричь его. Это уже не наша проблема. Да. Вы просто посмотрите. За Майком тут доставка приехала. Машина. Ржака. Данил специально сходил, взял тележку, и Майк поехал за продуктами. Майк, это что, комфорт плюс? Или как? Комфорт? Или эконом? По виду ультима вообще. Я вижу. Да, конечно, лапками идти не надо, очень хорошо. Юху! Такого еще не видели. Красавчика. И на другую сторону. Конечно. Сначала его, конечно, штырит, но потом в конце он уже сидит нормально. Молодец такой. А мы взяли продуктов, и муж будет готовить сам борщ. Первый раз. Ты первый раз же будешь готовить, да? Борщ. Да. Я тоже не готовила. Не помню, чтоб я готовила. Но он будет веганский, мы не едим мясо, поэтому нормально. Получится. Не, ну вообще, милота. Хороший мальчик. В Озоне забрала еще 2 новые штучки для дома. Первая — это вот такая подставочка под салфетки. И маленький противень. Хорошенький. Вот так аккуратно и шикарно теперь выглядят салфетки. Очень классное качество дерева. О, кулинарного мастерства. Очень много, по-моему, да? Не знаю, нормально. Давай чуть выловлю, наверное. Нет, ну вылавливать... Мне кажется, нормально. Да, не знаю. Мне кажется, многовато. А куда мы оденем? Не знаю. Ну, так, мне кажется, ты вообще классную можно. Штуку я вылавливаешь. Ну, другая за не так просто. Ну, я думаю, достаточно вот так картошка. Хорошо. Какая прелесть. Готовка полным ходом. Разведка. Искусство побеждать на этом... заключается в нестандартных подходах. Нам потребуются креативные, находчивые решения для устранения... Возьму тут только половинка. Майк на другом задании. Под столом. Ну что, первый борщ от муженьки моего любимого. Ой, свет. Он очень вкусный и такой красивый. Поздравьте нас. Мы будем есть. А дальше у нас ремонтные работы. Красим стену, которая запачкалась почему-то. Что? Возьми, пожалуйста, какую-нибудь салфетку или что-нибудь. Что это? Так. Блин, ты можешь мне? Итак, внимание, как мы проводим время вечером иногда. По одному мы, как вы можете понять, не передвигаемся. Это тушенки какие-то. Просто посмотрите. Кажется, такой толстый кот. Но на самом деле он худенький. Майк тоже худенький. Ну, они всегда спят вместе. Видите, какая нежнятина. Даже могут на камеру поиграть. Вот так. Майк. Это видео будет 18+. У нашей кошки есть приколы. Не знаю, может быть, у ваших котов тоже есть. Он постоянно закрывает двери. Он ходит, опирается передними лапами и закрывает дверь. Вот, покажи, как ты это делаешь. Молодец. А потом пытается открыть. Он несколько раз уже закрывался так в комнате. Ну все, заканчивается этот прекрасный влог. И я прошу вас не забыть подписаться на канал для того, чтобы не пропустить следующие видео. И если формат влогов зайдет, то буду снимать их чаще.